Я тут подумала, да ну этот Twitch FM. Эй, йоу, молодой киберспортсмен. Оп-оп, живем-живем, начинаем второй выпуск Twitch-конторы. Сразу напомню, что это экспериментальный проект, и все ваши аргументированные комментарии влияют на выпуски. Мы изменяем форматы, чтобы найти золотую середину для наших роликов. Наша армия пополняется с каждым днем, нас уже 8к, ебать. Я всех поздравляю и целую в попку. Если ты новенький, присоединяйся, просто нажав подписку, и ты уже смешарик. Сегодня, как обычно, узнаем новости с Рутвича, наши любимые номинации. Напишем пасту недели, но с клипами будет по-другому, чтобы не было душно. Монтаж хороший. Будут клипы от новичков и самые популярные. Начнем, пожалуй, с поздравлений. Поздравляем с прошедшим Макса Павлова, Фасальку, Байвел, Паканонейм, Ксяшу. Желаем здоровья и больше хорошего контента. Дэра, короче. На первой строке новостей лидирует чел, который стримит уже неделю. А все реально? Марафона, длительность которого продлевают зрители своими сапками и донатами. С 31 тысячи уже нафармил до 93. Идея давно стара, но почему-то ее все считают новой, кек. Хесус анонсировал подобное. Ребят, я что хотел Бум. Сказать? Диман, планирую, не короче, до рассвета. Этот Сабатон. И за одну платную подписку время стрима прибавляется, к нему прибавляется одна минута, предположим. Одна минута мало. Иди ты нахуй. Рофильно будет, если его стрим закончится через час. Две стримерши из бассейна вцепились за свой контент и обвиняют друг друга в плагиате. Может, вы тогда на Бонго Камс перейдете, стримите там, помиряйтесь бассейнами? МММ? Идем дальше. С этой новости я вообще охуел. Федеральная налоговая скоро будет забирать налог с донатов. Подчеркнем, что это пожертвование. Давайте с бабулек в метро из благотворительности тоже будем налоги брать. Ахули нам, Рашка же. Twitch добавил новые функции DMCA с треками. Добавили возможность удалять или скрывать все записи, уведомления не только на почту. Страйки теперь будут в видеостудии. Дуров сделал анонс насчет трансляции в телеге в 2021 году. То, что Clubhouse умрет в ближайшее время, это понятно. Но вот Twitch вряд ли сможет подвинуть. Ну, Clubhouse такая себе история, конечно. Twitch заблочил 30 каналов по петушиным боям. Ну, вы хес пока не в блоке. Думаю, не до всех еще дошли. Злой предложил пошарить и на это найти про него всю инфу. Тот, кто найдет, получит 10к. Челлендж называется «Найди меня». Искать меня лично не надо, приходи в гости. В чем задача? Вы должны найти на меня все. Всю мою информацию, как меня зовут, откуда я, как я передвигаюсь, мои паспортные данные, телефоны, номеры карточек, все, полностью все. Зачем? Просто интересно. Маловато, конечно. Но злой чек ЛС, далеко ходить не пришлось. Знаешь, чел паспорт потерял и теперь хочет через подписчиков хотя бы какие-то данные восстановить. Красава злой. НТ, блядь. Chrome добавили автоматические субтитры для видео и для стримов. Работает пока коряво, но это и понятно. В принципе, штука прикольная. Прямо как в Киберпанке. Мне зашла. Мазелов примет участие в реп-баттле в Питере. В принципе, похуй. Надо прийти. Но все равно желаю ему удачи и не подвести Twitch комьюнити. Будем болеть. Насчет болеть, у Ксюши Мадистел есть подозрение на ковид. Ну что тут сказать? О, повезло, повезло. Их же вроде 4 в доме. Получается, что... Вова анонсировал нового участника сквада, это батя Дрейка. Он любит играть в игры и имеет подвешенный язык, как говорит Дрейк. Батя Дрейка хочет ворваться на Twitch без шуток нахуй. Надо с Вовой перетереть, пускай меня после практики в сквад примем. Ну короче, я эту хуйню не отрицаю, если что. Типа, если у него все будет настолько охуенно получаться, блять, мы типа его реально впишем в сквад, типа, ну, без шуток. А как же дарованный экземпляр кринжами брос? Я не подсос, но я могу подсосаться, если надо. Чел сыграл на буханке хлеба в Call of Duty, прикрутив гироскоп к багету. I was just getting a weapon. Арный Call of Багет вышел. Финагот провел игру Бункер 3.1. Вышло вроде прикольно, но формат давно уже умер. Последние соки дожимаем, так сказать. Перейдем к недельным номинациям. Итак. Король Кринжа все еще остается злой. Вы хоть постарайтесь, ребят.
Меня научили. Смотри, я тебе сейчас покажу. Будет 18. Да. Классно, говорю, супер. Я не знаю, как поставить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что, на нами смотрели, да? Но я тут лучше мидраж, чем на. Могу еще и пленку залить. Очень круто. Нарезаю биткоин. Очень круто. Нарезаю биткоин, бля. Биткоин. А второе место заняли братики. Они в жизни такие же, а? А Боба! Вот так. Заебись. А Боба! А Боба! А Боба! Давай за Бобу делай! За Бобу! Давай за Бобу! А Боба! Оп, трапеция пошла. А Боба! Я почти опередил. Нет, я быстрее, бля. Нет, мы одинаково. Мы так. Вот так можно, говорится, прокачивать плечи. И сжигать жир тоже. Лечить сначала геморрой, а потом снимать. Ну ты пропускай. Что? А, блядь, Анна! Сука, ты чё, охуел, блядь? Биба, блядь, всё, пизда ему, блядь. Пока монтировал ролик, победители кринжу уже успели заколабиться, как в воду глядел. Фирменный соус от братьев. Блядь, только честно признайся. Вот, я мне очень нравится. Он очень вкусный. Мне кажется, после стрима было продолжение. Блядь! Сука! Игровой топ-момент достался опять Синге. Может быть, после 4 киллов кто-нибудь сядет за тебя, чтобы уже наконец был стрик. Зарубу недели забирает XL с бустером с Шоукер Баттл. Мне зашло, ссылки не оставлю, сами ищите. Коллабу недели забирает стрим строго с Баевл Шадоу Киком и Фруктосой. Оп, сюда. Половину ты выплюнул, больше давай. А никто не выиграл в этой номинации. В смысле, блин? Давайте я вам лучше расскажу. Знаете, ну, почему ясно. У смурфиков нету детей? Они голубые. Шип недели я, пожалуй, отдам Баевл с Шадоукиком. МБ между парочкой происходит что-то. Но может быть я ошибаюсь, поправьте, если не прав. У кухни подтвердилась биполярка. Поздравлять или желать здоровья, я хозя. Сами решайте. Подтвердился мой диагноз. Это биполярное расстройство. Биполярное аффективное расстройство второго типа. Знать бы еще, что это эта такое. Эту номинацию забирает по праву дочка Пчелкина. Какая умница. Не зависит от того, зашло мне или нет. Как бы. Спасибо, моя красавица. Опа, бутеры пришли. Ну и паста недели. Итак, на старт. Внимание, марш. Стоп, спам, мы поняли, весело, круто, классно. Ебаные школьники с твич-конторы. Успокойтесь уже, насрали, сидят довольные в чате. Успокойтесь, дайте нормальным людям пообщаться. Вот мы и подошли к клипам. Мы отобрали новичков из предложки и самые популярные клипы, но все же тестируем этот формат. Напишите потом, чьи как. Два, три! Фига там чел высосал. А чё позориться? А по нифига ты дашь пизду полезать или нет? Типа, я реально, ну, дай пизду полезать, тебе чё жалко? Ладно. Вы заебали нахуй! Неплохой клип. Бля, вы либо мой кол слушаете, либо идете нахуй из моей команды. Какие колы нахуй? Ты 20 минут сидишь, сука, пердишь. Ну так ебаный, я на лайке уберу, суки, бля, что? Окей, без проблем. У меня Кен заплакал, лучше я ему на лицо съебал. О, спасибо, Буд, за третий месяц. Ебал, пока он плакал, пошел он нахуй, будто Бэгги ракал. Большие мускулы у меня, нихуя, маленький пенис у строга сейчас, блядь.
Это кто? Не, ну вот это гениально. Блять, это просто. Это забейте. Я не могу это. Блин, а это ж. Школьники уже выехали в отель. Да куда они выехали? Что тут делать? Дюба, блять. Что, Дюба? Дюба. Я не понял, что за Дюба. Вот, такие длинные рукава, как я хотел. Я тогда на моменте не понял, что они имели в виду, кстати. Я забыл уже про эту тему с Дюбой. Ну что-то должно было пойти по пизде. Ой-ой-ой, блядь, ебать! Блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, я ебал, урод! Ну, Стас идет как Алина. Это Алина-Рин? Блин, я не могу, я вот... Вот как и Фил Графа-Дрочер, я не могу смотреть вот на эту графику. Как люди играют в это? Это третья GTA, как? Это же настолько неприкольно. Мне бы просто неинтересно было бегать. Вай-Сити, да не важно, типа, Вай-Сити, не Вай-Сити, просто так тому, это невозможно. Испугался, блин, она же старая, как я. Да, позвоню кое-кому. Подожди, пап. Секунду. Алло. Рай, будешь подъезжать. Там по магазам? Давай, хорошо. Хотите, что я могу заказать пожрать? Будьте хотите. А, ну все. Окей. Да-да-да. Давай. Дима, там сиськи, где я? Вау, там голый чел! Ебать! Прям пенисом, блядь. Еще почему стоп-кадр такой блин, мощный? Мудил, почему именно в этот спасибо. Момент? Ты прям мудила, сам ты мудила, понял? Извиняйся. Охуйняйся, блядь. Ой, потом ребят после стрима будут... Ой, просто... Куда верни? Твич, если что, это шутка, это ты собака. Шумер, шумер, где бы апгрейд взять? Ставил себе в жопу CDR 5 и запел, блять. Я тащик из-за ребята, как вас пацаны нашел. Но когда вырасту, я буду охуенным, как Жожо. Вот это заебись, начало стрима. Я считаю, что достойно было бы это все заклипать. С кем там мазарил, я представить не умею. Но не надо, я люблю, как могу читать каждый день чат уху. Сорян, но я пока все не настроил. Потому у меня жесткая задержка микрофона. Но мне похуй, главное, что сильно звучит. Это чисто ключи, это рэперский щит. Где бы апгрейд взять? Ставил себе в жопу CDR 5 и запел, блять. Я вообще из-за ребята, как вас пацаны нашел, ебать, приятного просмотра, чат. А я пошел, блядь. Ну вот и подошли к концу ролика. Сорян, что опоздал. Мне всю личку засрали, чтобы я выпустил во вторник, а я и так не успевал из-за тизера. Кстати, как вам? Короче, жми подписку и веби по колокольчику, чтобы стать смешариком. А я пошел спать. Давайте, кстати, договоримся. Давай, до следующей пятницы. ББ. До встречи. Будет что-нибудь? Ну, чел заморочился, кстати. Прикольно, прикольно, заморочился. Сколько у него видосов? Немного, да, я так понимаю? 4? Заморочился. Ну, главное, чтобы эффект был. Потому что вот нарезки, я так понимаю, не очень много народу смотрит.